командообразующая история, поэтому вот как бы, когда я готовилась, я хотела провести пример конференции, сейчас он не очень актуален, поэтому я подумаю, скажу чуть позже. Про эдьютон. Эдьютон, да, но очень непонятные там отношения внутри, так слово неизвестное, да. Вот, мы когда говорим про фрейм, стараемся брать очень понятные, да, истории, ролевые, простроенные. Нервный рост очень устроится, что они лучше на работу устроятся. А чему научиться? Умению соотносить контент, формат и целевую аудиторию, выбирать наиболее адекватное содержание и проектировать. Просчитывать риск. Уметь делать в условиях ограниченного времени и размещать на развитие. Провести все это через социальные сети, в зависимости от этого, вот такие у нас знания предварительные должны быть. Теория медиапространства. Среди умений это проводить экспертизу визуального контента, фото в частности, который включает распознавание оригинальности фотографий и подлинности, ну и сам ход. Умение, визуализация информации, донесение знаний, классификация, систематизация критериев ошибок, создание интерактивных...